Веки кафта кол манили. Это по-мордовски. Раз, два, три, четыре. Уроком мордовского счета от саранского видеоблогера и по совместительству известного в некоторых кругах адвоката мы начинаем сегодняшний обзор вашей интернет-активности. Пока наш герой разминается на спортплощадке, посмотрим, чем занимаются другие жители столицы Мордовии. А они восхищаются. Кто чем? Вот этот пользователь, например, зеркальной машиной. Вот этот Audi. А сам-то автор ролика тоже ездит на довольно дорогой машине. Кто не верит, поинтересуйтесь ценами на трактор «Беларус». А вот эта машина только что изрядно подешевела. Ну а как вы хотели? Купание идет на пользу и утятам, и котятам, и жучкам, и червячкам, если верить Корнею Чуковскому. Только автомобилям оно на пользу не идет. Хотя владелец этого ВАЗа, похоже, не очень-то и огорчен, да и дети его рады. Рыбалка удалась. Рыба, рыба! Вот, смотри, смотри. Пискари вон, смотри. Рыба, дай мне. Рыба, рыба, рыба. Смотри, смотри, смотри. Ой, смотри, смотри. Ой, смотри, какая рыбка. Снасть, конечно, дороговато, но кто сказал, что рыбалка дешевое увлечение? Да, рыбка, рыбка. Следующее видео тоже о спасательной операции, только она другого рода. Ситуация понятна. Ветеринарная клиника, кот на столе. Исход, казалось бы, предрешен, но в дело вмешивается друг. На этот счет могут быть разные мнения, но мне кажется, что здесь кое-чего не хватает. От зоомедицины перейдем к зоопедагогике. Вот пособие о том, как отучить собаку рыться в мусоре. Причем, заметьте, абсолютно без применения силы, по крайней мере, по отношению к настоящим животным. А здесь у нас тоже обучение. Задача простая – лизать леденец и каждый лись отмечать на листочке. Результат в комментариях не нуждается. Ну и завершаем сегодняшний обзор мы одной интересной находкой. Это не клад и не сокровище, это песня про папу из Мордовии. На этом все. Ищите вокруг себя веселое, красивое и интересное. Делитесь находками в сети, а мы найдем для них место в наших новостях.